Привет, меня зовут Марина Кляцкая. В этом видео-мастер-классе я покажу, как можно из тюльпанов, из атласной ленты сделать такой замечательный магнит, например, к 8 марта. В основе букета у нас будет крышка из-под десерта. Обрезаем поля и оставляем только круг. Диаметр круга у нас 8 сантиметров. Далее вот таким вот образом формируем саму корзинку. Для того, чтобы букет был более привлекательный, я использовала мешковину. Размер отрезка, который мне понадобился, 15 сантиметров на 8 сантиметров. Для самих тюльпанов нужна будет зелень. Для этого мы берем ленту 2,5 см и нарезаем по 8 см длиною. Таких отрезков нам понадобится 9 штучек. Разрезаем такой отрезок с помощью паяльника на две части по диагонали. Формируем лепесточки наших тюльпанов из ленты 5 сантиметров или, так как у меня, 4,5 сантиметра. Для этого мы делаем острый лепесток, один из стыков обрезаем и хорошенько запаиваем зажигалкой. Обязательно пользуйтесь пинцетом и берегите свои руки. Когда шов запаянный, аккуратненько выворачиваем сам лепесток. На один бутой понадобится 3 таких лепесточка. Сам бутон я формирую на шпажку, можно сделать это на ушную палочку или клеить лепесточек к лепесточку без какой-либо основы, но мне так проще и вам советую.
Вторая часть лепесточков, которая осталась, нам поможет скрыть цветную часть нашей крышки. Их мы приклеиваем по кругу. Между самих лепесточков мы приклеиваем тычинки. В данном случае тычинки на проволоке. Я их делала сама. Если интересно, ссылочки оставлю под видео. Так как бутоны у нас на основе, мы хорошенько заливаем центр нашей корзинки, после чего быстренько помещаем все 9 бутонов тюльпанов. Для того, чтобы дополнить сам букет, я использую те же тычинки, но размещаю их между тюльпанами. В конце приклеиваем на одной из сторон магнит.
Вот, собственно, и вся композиция. Никаких тут особых хитростей нету. Спасибо за внимание и до новых встреч в следующем видео. Пока-пока!